Самое высокогорное выездное голосование было на высоте 1750 метров. Там отдали свои голоса за благополучное будущее своего региона и родного Карачаевского района 30 человек из бригады косарей. Представители избирательного участка номер 140 поднялись на высоту вблизи аула Верхняя Мара, чтобы жители, которые находятся на Сенокосе, могли проголосовать. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Сейчас активно идет сезон сенокоса в ауле Верхняя Мара. И чтобы не отрываться от работы, бригада косарей решила воспользоваться правом проголосовать вне помещения. Для этого избирательная комиссия 140 избирательного участка поднялась на высоту 1750 метров, чтобы они исполнили свой гражданский долг. Тем временем крепкие ребята дружно косят траву, иногда останавливаясь для отдыха. Приятно видеть, что каждый из жителей высокогорного населенного пункта принимает активное участие в выборах, отмечают представители избирательного участка. Мы сегодня выехали на выездное голосование, голосование вне помещения. На основании заявлений устных поступило более 30 заявлений, обращений. Все избиратели проголосовали. Участие в выборах – обязанность каждого. И несмотря на то, что мы сейчас находимся на высокогорье, мы решили воспользоваться услугой выездного голосования, отмечают косари. Сейчас сезон сенокоса. Нам очень приятно, что члены комиссии пришли к нам, чтобы мы отдали свой гражданский долг. Нам не безразлично будущее нашей страны, нашей республики. Нам очень приятно. Мы за мир во всем мире. И пусть победит достойный. Сохранение четкой гражданской позиции и только единство – залог крепкого государства, подчеркнули участники самого высокогорного голосования. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский район.